чего греха таить, мы знаем все очень хорошо два, ну, просто момента сумасшедших в нашей истории, да, 47-й год, когда просто всех инвалидов собирали и вывозили в Соловки, где был построен специальный такой лазарет. Вот. А потом, значит, 80-й год, когда Олимпиада проходила, а Паралимпиаду отказались проводить, сказав, что у нас инвалидов нет. Директор школы может спокойно сказать: я не вижу вашего ребенка в нашей школе, я считаю, он должен быть в интернате. И только с подключением, представляете, министра образования мы эти вопросы решаем. Или когда в целом система образования одного из районов говорит, что ваши дети не будут у нас учиться. Они должны учиться там отдельно, и опять же идет разговор об интернате. Почему? Самая большая проблема в том, что человек с инвалидностью вот где-то находится как немножко как иждивенец, потому что самая большая проблема – отсутствие доступной среды. Он не может выйти из дома, он не может получить образование, он не может заниматься творчеством, выходить и спортом. Вот все у нас затык.